Вот это вот, сейчас поймете, показываю вначале свою фотографию. Она сделана была в апреле, в конце апреля, ну, получается, полтора месяца назад, что ли. Вот, вот так выглядит дерево, которое я называю жардель мелитопольская, или из Мелитополя, привитая на манжурский абрикос. Я вот сейчас смотрю на нее и думаю, вот это точно помню, ветка одна пошла и вторая, там было две почки. Где у меня тут уместился этот подвой, ума не приложил. Но это не косточка, я привез черенок и прекрасно помню. А запомнил, потому что я ждал вот такие плоды, а получил жардель. А я с ней знаком, я же с Украины. Вот, посмотрели внимательно, посмотрели, какая она разлапистая, да? И вот когда на ней было 16 ведер, так, до 16 мы считали. Потом я еще как бы накинул 5, потому что тут как было сколько, а, вернее так, после этого еще насыпалось, черт его сколько. Она почему-то не разломилась. Я этому придаю значение, но мне кажется, фотография учебная. Смотрите, видите, что здесь нет ран на кольцо. Заметили? Я даже приблизю, приблизю. Ран на кольцо нету, согласны? Это огромный плюс. Вот, это не морозобойно, это просто какая-то тряпка тут застряла и кажется, похоже на рану. Это не морозобойно. Вот ветка, если видно мой курсор, вот ветка недорезанная, то есть оставлен пень, вот пень оставлен, вот пень оставлен, вот оставлен, вот оставлен. Вот это мой принцип, и мы к нему еще будем не раз возвращаться. Потому что если бы я сделал тут рану, она бы в два раза больше, тут 2, 3, 4, 5. Вот. Ну и тут еще не все видно. 6 с этой стороны, с левой, 6. Вот. И оно бы разломилось под урожаем. Урожай бы дало. Вот. А почему я это говорю? Давайте смотреть. Я сейчас представлю себе студентов. Почему? Дело в том, что мы с вами уже немножко заходили. Ну, когда начали оскорблять моего брата, я взялся за... Сказал себе, это, как же, у нас не принято так, я его старше на несколько месяцев. У нас не принято так, драться так плечом к плечу, спина к спине. Итак, смотрите, вот эта вот дама в интернете, в этом Яндексе, пожаловалась на вот такое горе. Так, вот, подробно разъясняю, потому что я студент, а мне вопрос задают, в чем дело? Что я должен ответить? Смотрите. Здесь была у нее, маленькая у нее была, как назовем ее, маленькое было содержание. То есть одна из этих веток была культурная. Наверное, вот это. А вторая полезла ниже прививки. И быстро догнала, и как там было написано, обогнала. Пришла пора, и дерево разломилось на части. Так. Вот. Там были комментарии. Но мы сейчас не о них. Представим себе, что... Ну, комментарии вы сами понимаете. Там надо было подкормить. В общем, все, все это, в общем, ничего. Это, пожалели ее и все. Это, хозяйку. Там не нашлось авторитета. Но авторитета будет ниже. Итак, я сдаю экзамен. Причем я до сих пор, вот на данный момент я не знаю, что мне поставить, 2 или 5. Ну, мы возвращаемся на машине времени. Мне 18 лет, но голова вот это случайно. Ну так, машина времени, фантастика. Итак, я пишу. Дёрн неприкосновенен. Почему? Об этом вы не прочтете ни в одной книге. Я вот этого понять не могу. Естественно, что Тимирязевская академия это не проходили, девчата Тимирязевской академии это не знают. Естественно, что, не дай бог, они же кандидаты, а они, допустим, позвали их в эту... Они же не простые девчонки, они же это самое, так сказать, царствуют на крупнейшем сайте 1 100 000 этих участников, да? А что пишу я? То есть, вы же знаете, перекопать, а потом все лето называется рыхлить, перекопать, рыхлить, это есть у самых крупнейших наших, а сейчас это звезды называются, когда там, а раньше назывались классики садоводства. Российские, зарубежные, перекопать и рыхлить. Вот, что пишет Железов? Догадайтесь, двойка или пятерка? Железов пишет, это я из головы своей беру. Дерн регулирует аэрацию, воздухообмен. А у них-то как? Перекопаем, чтобы воздух туда подать.
Понимаете, уничтожить все, весь этот самый, всю структуру подпочвенную. Когда они тронуты, приходит человек, он даже ходить должен аккуратно. И ямы даже не копать в ней, а сверху в эти холмы насыпать. Сохранить неприкосновенно. А здесь, это что, теперь вы со мной согласны? Жаль, что эти девчонки, которые кандидатки, никогда этого не увидят. Итак, аэрацию. Надеюсь, вы мне пятерку, надеюсь. А вдруг скажете два. Канализацию. А как же? Там миллионы с этих живых существ. Куда же без канализации-то? Значит, все сгниет. Водоснабжение. Терморегуляцию. Помните, все, что на этой почве, все, что выше почвы, более морозостойкое, корни менее морозостойкое. А как они не замерзнут? Вы мне объясните, как теперь не замерзнет? А если мороз? Вот. Терморегуляция, дальше пишу. Еще раз. Аэрация, канализация, водоснабжение, терморегуляция. Это все нормально. Там настоящее царство подземное, сложившееся все. А помогло вот это дерево, которое оно было живое, у него была нормальная крона. Пусть раз вот так было, но все-таки крона. А еще не все. Дальше я пишу. Высокий искусственный штамп. Это самое одно из страшнейших заблуждений. Она повторила то, что она читала у вас, эти как тимерезовки. Помните, вы сказали отрезать бедной несчастной женщине с прекрасным 7-летним грушей? Отрезать 4 вот такие толстые. Одна из них по диаметру совпадала практически с центральным. То есть вот этот центральный штамп такой толщины. А сбоку такая же, она фактически вот так. Только одна была чуть центральная, другая чуть вбок. И вот это чуть вбок, это примерно, я прикинул, 40-45% массы дерева. И ее отрезать, на свое несчастье, она была ниже полуметра, вот на такой высоте от земли. И еще 3 чуть меньше. Вот. И вот из-за этого получилось что? Слабое, искалеченное дерево. Согласны? Нет? Итак, причина. Высокий искусственный штамп. Надо сомневаться? А еще не все. Металлический прут. Откуда прут? А вот он прут. Видите? И, наконец, рана на кольцо. И бортики. Бортики, видите? А теперь смотрим внимательно. Итак, вот они, бортики. Для чего? Очень удобно поливать. Там, где нет ни... Это продолжение. Это начало и результат. Что мы имеем? Бортики. Ясно, поливать удобно, не растекается. То, что здесь нет корней, а корни расползлись выше, вот сюда на метр, сюда на метр, сюда. Вот это не смущает. Пусть гниет. У груши очень слабая корневая шейка. Что меня убивает, друзья? Вот почему нужна новая книга? Что меня убивает? Я один из самых начитанных и не менее начитанных, более крудюмов, и еще среди вас есть несколько людей, такие как, например, Горноволов. Я преклоняюсь перед ним. Вот он должен энциклопедию-то писать. Они в эти самые безграмотные энциклопедии написали, напечатали, да. Вот с этим же самым. Вот так. Вот. Феи, так называемые. А здесь получается что? Дикость и невежество. Нигде, хоть бы кто написал, про абрикосы знают все. У груш точно такая же. Там, где абрикос сгнивает за 3 года, груша сгнивает при оттяжке за 4-5 лет. Какая разница? Ей только плодность, она мертва. Сгноили? Сгноили. Еще не все. Вот он, металлический прут. Тут я еще сомневался. Хотя, как еще прут может это? Ну хорошо, если этот прут вогнали сюда, скорее всего, когда садили дерево, значит, такой прут, я всегда стараюсь дойти до... Убить его трудно, это надо с высоты 2,5 метра убивать. Вот. Вкопали, посадили. Это же, это пробивка, ну то есть мороз, а прут, он металлический, а вы не знаете это самое, что такое металлический прут и как, металл, как он передает, какая у него теплоотдача. В данном случае, ну так образно назовем, морозоотдача. Теперь этот мороз минус 30, вот там, на глубине полметра, тоже минус 30. А там корни. И это тоже помогло, вот оно гниет. А он же молодое дерево, только искалечено этими самыми, когда создавали... вверх поперло, когда создавали штамп искусственный. И это вы видите.
Еще не все. А теперь еще глядим. А что трудно было привязать, раз уж это из двух бед выбираем одну? Раз он готов, вовремя не отрезали ветку, которая незаконная, не захотели, некогда было. Ну что, трудно было их всего обоих привязать к этому же колу? А для чего кол бивали? Для чего корни морозили? И, вот умудриться, представляете, друзья, и при этом умудриться не привязать. Он же не упал бы, он бы еще, можно было бы как-то с этим бороться. Вот я бы, допустим, он еще не упал, а я бы подошел с этой же, с одной из тем тимирязев, когда сказал, все отлично, будет жить. Ага. А я бы сказал, срочно, вот так обрезайте к чертовой матери, оставляйте немножечко на развитие, немножечко совсем, тут зарастите. Вот. Этот, почему надо почти все отрезать? Чтобы не разломился, когда вы кол уберете, чертовой матери, от греха подальше. И еще не все. Видите эту рану? Ну как же без этой раны? Ну как? Ведь это страшная рана, а туда же мороз идет. И вот все это собираем в кучу. И вы знаете, вот эти тимирязевки, они бы мне двойку поставили. Я же на святое замахнулся. Как же дёрн в саду? Да вы что? Какой может быть дёрн? Это же вам не лес. Помните, как там однажды фраза эта звучала? Это вам не лес. Ну вот, а груша она выбросит, потому что они не разрелые. Человек сделал все, чтобы уничтожить прекрасный саженец. Ведь дорос до этого, может быть, ему 3 года, 4 года, но ведь дорос же. Не делай этот дебильный штамп, и все, нормально дерево бы развивалось. И груши бы дозрели. Ну. А я бы двойку схлопотал. Потому что все, что я говорю, рану на кольцо, это святое. Нет, ниже покажу. Металлический прут. Так и говорят, вбивайте металлический прут и подвязывайте. Серьезно, я не шучу. Искусственный штамп, это святое. Помните, отрезать все ветки. Вот. А дёрн, что вы, как разве можно это самое, дёрн? В общем, вот здесь нашла коса на камень. А теперь скажите мне, пожалуйста, если я это знаю, я действительно создал свой, вот мой канал, мы сейчас с вами на нем. Вот. Но у них миллион. Он раньше появился, тот канал, где 1 100 000 подписчиков. Вот. Он освещен еще таким громким именем, вот, хозяина канала. И что, куда напротив них? Это сколько людей еще научат убивать деревья? И учат, и научат. Что нам делать, Юра? В историю-то мы попадем. Но это как попадали в историю еретики. Вроде Джордана Бруно. Не вертится она, и все, и сжечь его на костер. Это всегда так. Посмотрите, сколько я наговорил. Вся надежда, что это когда-то в книгу войдет. Я раньше такие примеры приводил. Ну, такой глупостью. Обычно я 1-2, ну, нахожу. Ну, сколько я нашел этих самых? А те, кто комментировал? Ладно, сейчас еще будете удивляться. Вот это моя учебная фотография. Она тоже войдет в книгу. Но в книгу столько не войдет, значит, серия книг. Вот она, груша. Посмотрите, для чего ей нужен такой вот штамп. Для чего ей нужен вот такой вот форма листьев. Ее проклинает груша за то, что она запрещается. Сейчас кто-то бы взял, смотрите, выкопал. Я видел, я даже видел, наши иностранцы учат. Двухметровый саженец, да, яблоня. Листья огромные, вот такие вот, как моя ладонь. Я так удивился. Еще удивил, такие листья, я на таких, на наших, яблони такие, ну, написано это. Потом она, значит, снимает. Он, оказывается, это где-то, ну, середина Европы, да? Ну, где зимой футбол играет на зеленых газонах. Вот. И он все-таки почему-то был укутан полностью. Она сняла. Вверху оставила 4-5 листьев, вот таких крупных, огромных. И 2 метра, внимание, видно меня? 2 метра, смотрите. Жало. И эти 2 метра с голыми этими сотни дырочек вместо листьев. С невызревшими почками, если они сохранились, но они обычно сохраняются. Потому что листья были чисто зеленые, вот как здесь на фотографии.
И это учеба. А как он у нас выживет-то? Вот настоящая агротехника. Груша должна сохранить сухой штамп. Это ее предназначение. Я бы мог по одной фотографии не догадаться. Я 37 лет в саду. Я гляжу, это не 50, как у других, 60, но и не это, но и не юноша. Я гляжу, 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 после дождя, перед дождем, все гляжу, гляжу. И только на тысячном случае я делаю выводы и говорю, это истина последней инстанции. А? Не делайте штамп. Ну ладно, там наши, может, не такие тупые, чтобы как та иностранка взяла вот так вот, став на сыпочке, оставив вот такой вот пучок листьев верхних, вот такой пучок, вот такой высоты, все ниже, а наши-то все равно бы 40 сантиметров приказано, значит, взяла бы, выкопала, и вот так вот и сделала. Вот это вот и есть страшная действительность. Теперь идем дальше. Это моя фотография в моем саду. Я вам показывал фотографии с гнившими штамбами в моем саду, и не скрываю этого. Я учился на своих ошибках. Вот. На чужим я просто никому не верю. Через несколько лет сгниет. Это тоже у меня недосмотр. Но зато учебная фотография. И это универсальная посадка. Она касается всех. Даже яблони, которые сырости меньше, мало боятся. Сливы мало боятся. И вишни мало боятся. А груши и абрикосы боятся. Но это универсально. Вот запомнили, делайте так, обсыпали кругом перегноем, если уж совсем паршивая земля. Если чернозем вообще не надо, вот. А если глина, тогда тот же холм только несколько раз вот так выше и шире. Шире, там несколько кубов можете засыпать. Потом переработает, а потом и справится с вашей глиной. Главное не лезть туда, под землю. И вот это общий совет после того, когда я обругал их. Это учеба, ребята. Вот. Подробнее мы уже говорили. По 10 фотографий подряд показывал. Это просто, чтобы напомнить. Если критикуешь, вот. И как бы это, ну как, ну невозможно же взять наручники ко мне в сад, привезти этих дам, так, и сказать, вот вам во время цветения, нет, во время плодоношения. Отрезайте все эти вот самые. Ветки, которые, яблоки висят, а что на земле лежат. А надо эти ветки отрезать. А на яблок-то никогда не видела, что ли? Потому что режет, когда яблок еще нет на них. И учит резать. Ну ладно.